Мы уже загрузились, и тут на наше машиноместо поставила вот это вот этот человек машину. Так я написала записку, что уважаемый автолюбитель, пожалуйста, не ставьте на это место. Ну, такие эгоисты бессовестные. Все, едем отвозить посылки. Да, все, путь. Посылочки отправили Жужика. Пошли, пошли, Жужик, пошли. Ну, дурак. Это. Все, идем сейчас на новую почту надо. На промизаказ. Отправим маленькие крылышки. И пойду с этим в мастерскую. У меня на заказе два банта розовых. Жужиком мастерской. У меня на заказе два дня, два банта розовых. Буду сейчас делать розовый бант. Как раз высчитаю материала, сколько идет. Потому что я считала его, если честно, приблизительно. Сегодня уже высчитаю. Так как я творча людина, для меня немножко сложно вот это вот цифрами высчитывать. Вот. Что еще? Может быть, даже начну еще один пион, хотя бы начало сделаю. Хочу исправить картину. Это картина объемная еще 18-го года. И вот этот сам цветок, он помялся, уже грязный. Боже, где она только не валялась. Хочу тоже его немножко подправить. Другую розу как бы сделать. По возможности постараюсь поснимать. Вот так. Что еще? Я всегда, когда одна в мастерской, у меня такая фишка, я подпаливаю свечи. Я верю в то, что свечи очищают пространство. Я ставлю в каждой комнате, свеча горит. Ну, может, это самовнушение или какая-то моя личная вера. Он хочет, Виктор хочет с вами поздороваться. Чирикни. А Жужик тут сводит с ума. Вот он. Жужик. Ой, ну как хочется сожрать эту птицу. Так вот, свечи горят. Пойду поставлю в комнату, где девочки работают. Потом переставлю сюда. Где-то час она погорит. Свеча вот эта мне подарила сестра. Польская вроде, ну не знаю. Рекомендую. И пахнет, и прогорает очень долго. Супер. Ну, так буду делать, буду работать. Где-то спустя час бант готов. Вот он. Бантик. Сейчас буду его упаковывать. Конечно, упаковывать немножко проблематично. Очень много идет материала на него, на упаковку. Но надо, чтобы бант до американского покупателя дошел в целости и сохранности. Вот. Красивый цвет. Правда, материала так... Он сегодня мучит его все. Он такой наглый сегодня. Он не дает мне работать. Не грызи. Это не твой бант. Не грызи его. Вообще он подрос. У него начали перья на холке подрастать большие. Ну, покажи там. Видно? Видите, перечко там у него. Ну, деловая колбаса. Не на серийный бант. Иди на руку. Звезда нашей мастерской, Виктор. Уже честно, я уже пистолетом столько переделал, что мне легче самому сделать такой пистолет, чтобы он из металла полностью был. Он вот эти пластмасски, конечно. Угу. Специально так делают, чтобы не сломали. Что его нужно было сломать. Чуть надавил и все. Thank you.
Пока нас не было дома, Серый захотел сгущенку. Говорит, я ее открыл молотком. Я говорю, каким молотком? В общем, вот этим молотком он открыл сгущенку. Вот что получилось. И ел ее. Ну. Смышленый мальчик.